В этом конкурсе может принять участие любой желающий в возрасте от 14 до 30 лет. Вот. Также тематика разнообразная, то есть это и спорт, и духовно-нравственное воспитание, также антинарко, историю можно выбрать в качестве темы, вот, добровольчество, волонтерство. Также работы принимаются по таким номинациям, как баннер, то есть социальный плакат, социальный ролик, и также может быть свободная тема. Вообще у нас активисты, волонтеры и просто студенты, они очень положительно относятся к этому. Им очень нравится создавать что-то новое. То есть вот такие вот социальные ролики, которые впоследствии можно будет потом увидеть на краевых и муниципальных каналах. Вот, то есть передать свой посыл другим, другой молодежи, может быть, даже из других субъектов федерации.